Привет! Сегодня я вам расскажу о новых приключениях на даче и о наших новых друзьях – котиках. Опять ты о котиках, про котов ты уже целый раз говоришь. Ну посмотри, дружок, они же такие милые. От котов одни заботы. Гена, у котов какие заботы? Хвосты слишком пушистые. Фотки больше лайков набирают. Настоящий кот, он как леди, он без забот. Там какой-то дед внуков привозит. Не понял, это наше место. Ну, хотя оно общее. Что? Ну, конечно, я не прав. Развели мы тут катавасия. Принц Каприх ищет себе невесту. Может, послать ему фотографию?